село Петровка, Свято-Дмитриевский храм. Свято-Дмитриевский храм села Петровка построен в 1867 году на средства станичного управляющего, а часть средств пожертвовала семья Казарёвых. В 60-х годах 20-го столетия, когда по стране прошла антирелигиозная кампания и стали закрываться храмы, эта участь не обошла и Петровку. В помещении храма разместились мастерские, пожарное депо. В 1986 году православные жители села обратились с ходатайством в Белгороднестровский районный исполнительный комитет, в Одесскую епархию об восстановлении храма. Получив согласие, собрали деньги на ремонт, и в храмовый день 8 ноября 1987 года Свято-Дмитриевский храм был открыт. В 1957 году при правлении Никиты Сергеевича Хрущева начали рушиться храмы, везде поваляли храмы, от Старой Царичинки, от Новой Царичинки храм разрушили, то и Крутояровки разрушили храм. Ну, в 40-казачому тут не успели його разрушить. І тут була школа, преподавали труд, спортзал був, благодаря Сахару Івану Михайловичу, директору школи бывшим. И впоследствии уже мало его разрушить, ну, сделали тут пожарное депо. Вот, чтобы пожарного депо не было, то храм вот в таком виде он не сохранился. Ну, потом уже пожарное депо построили в другом месте. И тут как раз началась оттепель. Начали восстанавливать храмы, и вот цей храм мы восстановили, начали восстанавливать десь в 86-му, 87-му, в 88-му году уже було перше богослужение на введение в храм Пресвятої Богородиці. Перше богослужение в 988-му году було, в 988-му ноябрі цей храм освятили, по-новому освятили, і ісущий, от зараз служиться в цьому храмі, вже з 88-го року служиться постійно богослуження, постійні треби, вінчання, хрещення. От. І сюди в храм я перейшов вже 4 роки назад, почти 3,5, 4 роки буде в ноябрі місті якраз на храм. Цей храм ми встановили. Начали восстанавливать десь в 86-му, 87-му, в 88-му году вже було перше богослужение на введение в храм Пресвятої Богородиці. Перше богослужение в 988-му году було, в 988-му ноябрі цей храм освятили, по-новому освятили, і ісущий, от зараз служиться в цьому храмі вже з 88-го року. Служиться постійно богослуження, постійні треби, вінчання, хрещення. От. І сюди в храм я перейшов вже 4 роки назад, почти 3,5, 4 роки буде в ноябрі місті якраз на храм, храмовий праздник. От. З цього храму я вийшов, цей храм вернувся. От. Служив я в трьох храмах на настоятелях, всі три храми Свято-Дмитрівські. Свято-Дмитриевский вышел, Свято-Дмитриевский пришел. Вот такая наша тут история. И по цей день мы служим, конечно. Ждем празднования 1025-летия Хрещения Руси. Вот. Может, приедет до нас на торжество патриарх Кирилл. Вот.
Мы всегда приезжаем на такие торжества. Поздравляю всех православных христиан нашей православной церкви с наступающим праздником, юбилеем, юбилейный праздник Крещения Руси. Будем отмечать мы в этом году, чтобы укреплялись в нашей православной вере, чтобы приходили в храмы.